13 июля 2021 года, город Кибули, Грузия. Сегодня обещаю до 32. Еду на рыбалку. Сделал самодельную ловушку для рыбы, морду. Сегодня проверим, что там за ночь попало. Также буду испытывать новый поплавок для ловли в камнях. На следующей неделе уже планирую поехать наверх, на Шаори. Половлю там, как раз обещают жару до 36. И поэтому здесь будет жарковато внизу. Езжу наверх на амбралаурском автобусе. Ну, репортаж будет позже об этой поездке. Ну, вот моя ловушка для рыбы. Морда так называемая. Пришел сегодня утром. Ну, было там мальков штук 10. Остальные все уплыли через вот такую горловину. Я 2-литровую бутылку взял, отрезал, чуть ее подогрел, она сморщилась вот здесь. И как раз входит. Заходит. Куда рыба заходит, там плавает. Короче, вывод какой. На длительный срок оставлять нет смысла, потому что рыба выходит через эту дырку. Все равно ее находит и выходит. Но вчера я как пробовал рыбачить. Закинул. Насыпал туда комбикорма. Ну, потом часа через два вытащил. Малька было 0,5 кило, наверное. Если не больше. Но малек был такой в основном карасиный. Мелкий, несъедобный. Но был и рыбец. Рыбца там было. Ну, штук 30, может быть. Ну, крупных было штук. Ну, как крупных? Вот такой величины. Вот такой. Сантиметров, ну, до 10. Было, ну, штук 5. В общем, как я понял, рыбачить так надо. Закинул хорошую приманку, пахучую. Ну, через час можно вытаскивать. Рыбу вытряхнул, снова закинул. Ну, так можно его ловить, но... В общем, мало эффективно, но можно. Ну и сегодня на этом месте мне улыбнулось, так сказать. Вот такого карася поймал. Хорошего. О! Монстр! Что-то заплыл и решил клюнуть. Ну и две мелких рыбешки. Ну, уже стоило прийти ради такого карасика. Погода тихая, спокойная. В общем, неплохое место. Здесь такое каменистое. Купаться можно, загорать. Неплохое местечко. Мне понравилось. Ну, на этой неделе пока здесь буду рыбачить. Пока не жарко, а на следующей, наверное, на Шаори махну. Посмотрю, что там, как ловится. Ну, вот редкое явление. Полный штиль. Вода как зеркало. Я поменял тактику ловли. Теперь леску оставляю свободной. Червяк лежит на дне. И неплохие результаты. Сейчас еще такого здорового лаптя. Чуть не вытащил, уже возле берега сорвался. Ну, пока все замерло. И удочка замерла. Интересно. Вообще нет ветра. Красота.